бомбардировщик. Его полезная нагрузка 100 тонн. Полезная нагрузка? Господи, мир сошел с ума. Ты сам сошел с ума. Увозишь нас на какой-то остров. Сенсация! Уолк ликвидировал дела. Уолк уезжает? Сенсация! Семья против отъезда. Сенсация! Печать! Экстренно! Пробраться на остров, радировать новости, двойной гонорар! Гудбай! Леди и джентльмены, я не могу изменить существующих порядков. Остается одно – покинуть то общество, где вечно стреляют, где люди как волки в лесу. Вы идеалист, мистер Ок! Нет, я не хочу подвергать себя и свою семью опасности новой надвигающейся войны. Я не выношу ужасов, не выношу крови. Я не потерплю оружие на своей яхте. Выбрось его, Арчи. Не хочу даже видеть его. Выбрось, мой мальчик. Я не выношу ужасов. Не выношу крови. Вот видишь, мы взяли с собой все необходимое, чтобы жить в полном комфорте. Решительно все, кроме оружия. Мы едем на удивительный остров. С военной точки зрения он совершенно безопасен. Это подлинный остров. Благодарение Богу, наш семейный очаг перенесен на остров мира. Это древо послужит залогом вечного мира на нашем райском острове. Человеку свойственно быть добрым, а не злым. Откуда же эта бацилла войны? Кто носитель этой бациллы? Мама, какая сумасшедшая сука! Если правда, что этот остров рай, так я хочу жить в аду. Да. Я хочу, чтобы была биржа, скачки, парламентские дебаты, железнодорожные катастрофы. Новая сонная бомба пробивает рай. Я не хочу этого слышать. О! Я не потерплю оружие, оружие. Это нефть. На острове мира обнаружена нефть. Скорее, самолет! На остров! Самолет! Благоволение. Да, это только на моем острове. Нефть.
На моем острове нефть! Какое счастье! Это богатство! Это миллионы! Это миллиарды! Десятки миллиардов! Как вы смеете? Подождите, хозяин здесь, я. Высадились на остров. Ждем приказаний, мистер Олк. Нефть моя. Оцепить все участки. Объявить, что отныне это не остров мира, а наша военная и воздушная база.